Здравствуйте, с вами Галина, автор сайта «Все рыбки и рыбы». И сегодня мы знакомимся с очень интересной аквариумной рыбкой Лабрео двухцветной. Вот он плывет перед вами. Обитатель ручьев и небольших речек и озер Таиланда. У него вытянутое стройное тело с изогнутой спинкой и уплощенными боками. Голова маленькая, а глаза большие и выразительные. Рот снабжен роговыми ворсинками и двумя парами усов. И рот расположен снизу, как говорят ученые, нижний рот. И имеет вид скребка присоски. И с помощью него Лабрео двуцветный собирает со дна водоросли и другие обрастания. Вот видите, как он с камешков что-то собирает. Эта рыбка имеет приятную черную окраску, напоминающую бархат. Спиной плавник тоже черный, высокий и острый, напоминающий акулий, отчего в английском языке его называют краснохвостой акулой. Хвостовой плавник достаточно длинный, раздвоенный на конце и имеет огненно-красную окраску. Действительно, внешность Лабрео двуцветного очень впечатляющая. Подробнее об этой рыбке читайте в статье, ссылка на которую расположена под видео. Всего доброго! С вами была Галина, автор сайта «Все рыбки и рыбы».